Имя – Саша Спилберг. Настоящее имя – Александра Балковская. Отчество – Александровна. День рождения – 27 ноября 1997 года. Место рождения – Москва. Рост – 162 см, вес – 50 кг. Знак зодиака – Стрелец. Восточный гороскоп – Бык. Карьера – блогер-певица. Родилась 27 ноября 1997 года в Москве. Отец Александр Балковский, рекламщик и венчурный инвестор, совладелец студии Z Agency, занимающийся продвижением и эксклюзивным представлением коммерческих интересов Саши Спилберг. Вместе с семьей переехала в Европу, жила в Италии и Швейцарии, а затем вновь вернулась в Россию. 19 мая 2010 года создала свой канал. Самое первое видео под названием «Саша Спилберг and American Girl» на нем датируется 10 ноября 2012 года. В 2015 году телеканал RuTV закрыл авторское шоу «Спилберг Влог», в котором рассказывалось об интересных тенденциях в интернете после полутора месяцев. Трехминутные новости пробыли в ТВ-сетке до середины июля, затем шоу так и не появилось в эфире канала. По словам Спилберг, когда количество подписчиков ее канала превысило 100 000, ей стали поступать рекламные предложения. За ее первый обзор косметики она получила 100 тысяч рублей. В 2016 году она снялась в рекламе мороженого корнета от Unilever, где спела вместе с диджей Леонид Радов. В этом же году она вместе с другими приглашенными звездами снялась в клипе группы «Градусы» на песню «Градус 100». В 2017 году вместе с Юлией Пушман, Яном Гордиенко и Кариной Каспарянц появилась на обложке январского номера «Эль Герл». В 2016 году Спилберг снялась в фильме Тимура Бекмамбетова «Взломать блогеров». В апреле 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский снялся в блоге у Спилберг, в ходе беседы активно рекламируя проекты министерства, фильмы «Большой» и «Время первых», сайты «Культура», РФ и «История». 22 мая 2017 года приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных молодежной политике. Была приглашена заместителем председателя Госдумы и секретарем Генсовета «Единой России» Сергеем Неверовым. Спилберг рассказала о деятельности блогеров, сообщив, что она не сторонница меньше, чем, больше, чем митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки, ссылаясь на фильм «Он во мне Димон», а также негативно отозвалась о Руслане Соколовском, назвав его идиотом. Призвала депутатов более активно работать в интернете. По прогнозам РБК, заработок Спилберг в 2014 году мог составить от 89,4 до 742,5 тысяч долларов, а в 2016 году, по словам ее отца, превышал 1 миллион рублей в месяц. Выступление Спилберг в Госдуме получило неоднозначную оценку в российском обществе. Некоторые журналисты-видеоблогеры, пользователи интернета, писатели и политики оценили его негативно. Были также положительные оценки ее выступления. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!